Всем садоводам привет. Вот, не было 2 месяца, посадил в огороде себя. В общем, фрукты, овощи. Вот, посмотрим, что из этого будет. Никто за ним не ухаживал. Вот, в общем, это кукуруза. Вот она, практически ничего не зашло, да? Где-то еще были баклажаны, кабачки. Вот, это у нас тыква, да, тыква. Вот она только цветет. Сейчас конец августа. Как бы весна была как зима. Вот. Наверное, надо было пораньше посадить. Вот кукуруза, не знаю, выйдет что с нее, не выйдет. В общем, будем смотреть. Посадил ее не для того, чтобы поесть, а для семян. Вот подается по 5 штук. Вот это у нас тыква. Обещали до 90 килограмм, но что-то она никак не стоит. Так, это у нас тоже. Да, это тыква. Вот, вот она цветется. Ну, наверное, урожая в этом году не будет. Так что... Вот так вот следите за урожаем, ребят. Не знаю, если зайдет, то сниму еще раз. Все, спасибо.